Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-герои. Так, ежедневочки наши. Давай-ка мы посмотрим, что у нас сегодня здесь будет интересного. Так, и нанести 20 единиц урона героям зубастой зилы. Кстати, давно я за нее не играл. Сыграйте 5 растений, которые стоят 3 единицы солнца или меньше. И разыграйте 3 гриба. Так, значит, берем с тобой зубастой зилу и идем. И идем играть за нее. Так, зубастой зилы номер 6. Я не помню, по-моему, ребят на хилах. По-моему. Опять же, ребят, будут большие проблемы, огромные проблемы, если здесь будут с надгробиями противники. Потому что у зубастой зилы могилоедов нету. Ну, давай так попробуем. Так, Камка. Привет, Камка. Здравствуй, здравствуй, дорогой. Или дорогая. Наверное, дорогой все-таки. А чего вы не спите? А я только с работы недавно пришел, поэтому вот решил немножко поиграть. Как говорится. Давайте поиграем. Ну... Если я успею сделать челленджи... Кому я говорю, ребята? Все равно ведь на записи это будет все. Да ладно. Да ну хорош. Только выпала вроде более-менее карта и на тебе. Великанус решил сдаться. Нет, 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 ребятушки, не сдается. Наш горный варяг. Ой. Вот это, ребята, это, блин, уже начинается топчик у него. Ему выпала тоже хорошая карта. Все призовы. А я ландшафт убрал. А я ландшафт убрал. Ладно. Что он будет делать? Ну, мы можем с тобой пропустить удар. В принципе, в тело. А после этого сундук. Сундук надо есть. А этого, ребята, хламона и подавно надо лопать. Оу, щит. Тогда вот этого захомячим. Поехали. Так, удар получим, потом хильнемся. Естественно, добор будет делать. Как бы мне... О, даже два. А ты не погорячился ли, парень? Ты думаешь, это тебя спасет? Я-то уж как-нибудь тут переживу. Благо есть как пережить и где пережить. И что пережить. Угу. Так, ну что, этого увольнем, наверное, да? Этого вольнем. Заморозку сделал. Хорошо. Так, надеюсь, добор у нас будет. Вообще шикарно. Так, ну что, дело за малым, ребята. Остается нам выставлять огурцы. Он добор делал, делал. Теперь, по-моему, наша очередь делать. Ага, вот так вот.
У меня только вот такой вариантик, ребятушки, есть. Поехали. В лоб. Тут да, тут, конечно, в лобишек-то меня зарядит. Вот с этим что-то надо делать. Как бы его... как бы его выманить-то оттуда, а? Вот в чем проблема. Как-то надо его... потому что если он мне в лицо зарядит, а он зарядит мне в лицо два раза, может зарядить, будет очень плохо. Что, профессор что ли у него, не? Не, нет, нет, профессор, ребят. Давай так сделаем. Этот хильнет в любом случае, да? Ну, да. Так, сейчас хильнется. Угу. Проблема только вот в этом охламоне, ребят. Сейчас он будет думать, что поставить вот сюда. Так. Ага. Это, друзья мои, уже называется от безвыходности. Парень что-то тут клепает. Давай так сделаем. Снимает блок. Этот делает заморозку. Ну, он замораживает вот этого, будет, понятное дело. Или вот этого. Не знаю. Факт в том, что мы сейчас с тобой карту поднимем. Мы прокачаемся. Мы прокачаемся хорошо. А вот это зря он сделал. Сейчас увидишь почему. Ай, в блок. Да, ребята, в блок мы ему пробили. А вот теперь интересно. Угу, угу. Ну, здесь он поживет. Маленечко еще, ребят, поживет. Кровожен ставит. Давай, ставь кровожадность свою. Так, мы сейчас хильнемся. Смотри, сейчас он попадает нам в блок. И вот теперь мы делаем с тобой одну штуку. Прекрасную, приятную. Вы играете? Ну да, да, играем. Мы играем. У меня есть, ребята, два варианта. Либо поставить... он уже не знает, что делать. Понятно, короче, начинается тут у него. Ну, вытаскиваю две карты. Одна из них легендарка там должна быть. Вот. Вот он что делает. Смотри, что мы теперь делаем. Мы ставим вот так вот. Мы ставим вот так.
Подожди, может быть, нам лучше... Давай-ка, наверное, лучше вот так сделаем. Поехали. Я хотел написать, вы играете? Да-да-да, играем, играем. Я надеюсь, что из этого хламона зомбот не появится. Иначе будет труба, ребят. Нет, не зомбот. Но все равно малоприятное, конечно, существо. Все, да? Так, ребята. Да пока вот так вот сделаю. Точно у меня сработает мой план-то? Должен сработать, друзья мои, должен. Вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, зомбот. 9 урона. Выдержим? Я думаю, выдержим. Сейчас посмотрим. Акула. Он поставил акулу. Так, друзья, думаем. Так, ставим сюда этого. Ставим так. Верно? Верно. Плюс ко всему. Так сделаю. Блин, почему этого-то не поставил я? Скажи мне, милость, почему этого я сюда не поставил? И вот так. Погнали. Но почему огурец-то? Ну, зачем огурец-то? Так, и 7 в лицо сейчас нам зарядит. А в кого этот еще превратит? Неужели опять в зомбота? Это будет беда, ребят, если он зомбот опять. Нет, еще хуже, блин. Еще хуже. Как бы тебе сказать-то? Ладно. Все. Если он сейчас мне кого-нибудь, ребят, пробьет. Он же сейчас кого-то выставит, да? Что у него там есть? Блин, я не помню. Перемещение, нет? А, заморозку делает. А почему он заморозку сделал здесь? Тебе не кажется, что это тупо было, ребят? Заморозку ставить вот здесь. Почему вот здесь-то ты не мог поставить заморозку? Дурила-то этакий. У него так все хорошо получалось, ребята. Так у него все хорошо получалось, и на тебе. Так, ну что, разыграйте 3 гриба, ребят. Ну это гриб, это сам знаешь кто. Ночной колпак. Что, почему я? Почему я? Потому что это я. Блин, ну не сейчас же, ёк-макарёк. Я уже колпаком начал рубиться.
вкусно, друзья мои, но мало. Поэтому откроем еще одну. И вот, кстати, против вот этого... Вот, кстати, против этого очень плохая команда, ребят, у нас. Почему? 3 единицы урона основному персонажу и всем по одному. То есть мои вот эти хлопчики пострадают. Давай, короче, уберем его отсюда. Ну ты как бы... Да ничем ты не обидел, просто я играю. Потом увидишь на записи, все нормально. Ой. Это неприятно, ребят. Это чертовски неприятно. Это не совсем то, что я хотел. Ладно. Это немножко не то, что я хотел. Блин, ну какого лешего-то? Я пропущу ход. Вирус? Это уже неожиданно, ребят, для меня. Это уже неприятно. Что бы нам сделать-то тут? Угу. Так, он увеличивает, да? Тут, походу, ребята, я сфылился. Но, тем не менее, попробуем все-таки отыграться как-нибудь. Как-нибудь. 8. Так, ну 8 это понятно. В блок он мне пробьет. Там уже посмотрим, что получится у нас. Сдуй вот этого, пожалуйста. Ну кого ты сдул? Ну твою-то налево. Немножко не то. Все, ребят, крышка. Да, тут немножко неудачно получилось у меня. Слишком много вот этих вот выпало. За 4 бобов этих. Глава семьи, или как его там звать. Сколько там надо было? А, все, я игры были разыграл. Ну ладно, давайте, ребята, одну, наверное, битвочку сыграем какую-нибудь на дорожку. А, вот, с Камит как раз сыграем сейчас. Сейчас мы его вызовем. Где у нас там Ками? Он ушел, да? Обиделся, наверное. Обиделся Ками, к сожалению, блин, ладно. Надеюсь, он посмотрит видосики и поймет, почему я не стал с ним драться. Потому что, ребят, ну, вы видели прекрасно. У меня уже поединок был, я уже все, уже готовился. А он подумал, что я... Ну, как сказать, обидел он меня чем-то и он ушел. Нет.
это не совсем правильно. Да ядрен матрен, ну... Вот когда вот этот парень не нужен, он никогда, ребят, не выпадает. Как он, блин, мне не нужен? Вот, на тебе, пожалуйста, получи и распишись. Давай смотреть, что он там будет выставлять. 36 ранг. Я на 31 только тусуюсь. Давай сделаем так. Я надеюсь, у тебя нет удара там по земле, блин. Отлично. Хотя бы так. Сундук. Неплохо. Ну, понятное дело, сейчас сундук будет разносить. Это и бабушке ясно. Интересно, могилоед есть у него, а? Он у него может сработать защита, а она у него сработает, да? Смотри-ка, что делает. Ну, в принципе, мне не жалко этого хламона. Вот так вот. Поехали. Ну, он своего тоже, ребят, подставляет. Мы наших уничтожать, но и его тоже. Давай сделаю вот так вот. Так, за каждую взятую им карту он, по-моему, бьет. Или за каждую взятую нами карту. По-моему, за каждую его карту он, да? Так, ну тут, само собой, ребят, следующее, что напрашивается, это заморозка. Единственное, что, возможно, у него есть могилоед. Куда ты делаешь-то? Давай так проверим. Это не поможет. Даже не думай об этом, парень. А он его уничтожит. Кактусом сейчас, ребята, бомбанет его. Надеюсь, ты сюда бомбанешь. Будь добр, вот сюда ему. Припечатай. Красавчик. Так, в лицо ему, пожалуйста, дай. Сейчас два удара по земле, наверное, всыпет мне, да? Нет? Я тебе сказал, что два удара по земле будет, ребят. Испугался, хламон. Ладно, здесь всыпет, конечно, я не спорю. Но что дальше он будет делать? У него карт нет, а у меня, извини. Друзья мои. Сейчас будет the best. Нет, тогда придется вот этого валить. С этим разберемся позже чуть-чуть. Поехали. Так, ну что, теперь пирата. Конечно, друзья мои, вызываем пирата. Ой, красиво-то как, ребята. Ну, все, да? Смотри. Само собой блок.
Хоть завытягивайся это там, хоть сколько карт. Тебе уже это не поможет, парень. Все, до свидания. До свидания, родной. Все, ребят. Что хотели, то и сделали. Да, тут, конечно, немножечко нам повезло, ему не повезло. Ну, так бывает. Это игра, ребят. Ну что, друзья, вот такая вот коротенькая серия у нас, потому что мне уже пора отдыхать. Хотелось бы, конечно, мне еще сделать геройские задания, хотя бы парочку. Например, надо повысить луп. Мы лупу тогда 9 уровня до 9 единиц не прокачали, не получилось. А, вот, нам нужно будет за зеленую тень выиграть 3 многопользовательских игры. Это мы сделаем. Блин, про огонек я что-то даже не хочу и думать. Растение должно нанести 10 единиц урона при помощи способности команда. Вот на замехе очень много, ребят, заданий. Вытяните 6 дополнительных... Вот это, кстати, проще пареной репы. Вытяните 6 дополнительных карт. То есть мы берем с тобой заклинахи на вытягивание карт, да? И делаем эту задачу. Повысите силу выигрышка собак до 5 единиц. Ну, тяжело сделать выигрышка до 5 единиц, прокачать. Это нужно, чтобы он там елозил. Или колоду на питомцах. О! Нам еще за Нептус 3 игры выиграть. В общем, я думаю, в следующей серии, ребят, нам предстоит повеселиться. Это как раз у нас будет выходной. И, наверное, мы запилим неплохую серийку. А на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.